гражданин судья. Разрешите зайтись? Прошу. Проходите. Присаживайтесь. Спасибо, но дело не в этом. Вот вы на собрании у нас объясняли, какую законную статью приваривают за кулачные увечья и обидные действия. А я хочу разузнать в счет другого. Думаю, что при советской-то власти не должно быть подобных обхождений, какие со мной произвели граждане. Да как бы граждане еще пол обиды. А то ведь бабы. Весной заявляется в хутор наша же хуторская Настя. А мы жили тихо, с бабами обходились, как говорится, чинно, благородно. К ихнему роду женскому огромное уважение проявляли. И никогда супротив их не шли. Что хотели они у нас, родимушки, и то и делали. Для ихнего облегчения всякую всячину приспособляли. Механику сооружали. Во всем навстречу шли. Вольготно живут казаки. И, как говорят, и в ус не дуют. Ничего не слыхать. И по что это, Наська? Баб наших баламутить. Так и есть. Баламутить? Слыхал, Федор? Что? Настя Шахтов приехала. Стриженная под иголочку. И в красном платке. А почему вдруг стриженная? Может, тифозная? Тифозную. Пап наших табунить будет. Организацию промеж них заколачивать. Ну да. Да. Вот ты попробуй. Зараз. Да не это. Ты попробуй тронь свою бабу. Так тебя, сукиного сына, за хвост, да в собачий ящик. Будь здоров. Баба моя, что хочу, то и делаю. И Наська мне не указчик. Отныне указчик. Она при документе. И следует волость занимать должность на предмет там какого-то женодела, чума их там разберет. В общем, ты запрягай своего серого и вези в счет моего уважения. А ведь клин клином вышибают. Постой, постой, а это как же? А вот послушай. Карета подана. Доброго здоровья, Федот Пантелеич. Здорово, раскрасавица. Куды-то вас лихоман несет. А будто б не знаешь. Ты вот лучше расскажи, как над Дарьей мудруешь. Неужто жалится? Да жалится, не жалится. А говорят, измываешься. Ну, язык-то без костей, а после мое это дело. Ты за что ее бьешь? А для порядку. Не будешь бить, спортится. Баба она как лошадь. Не бьешь, не везете. А нынче не то, чтоб жену, а и лошадь бить нельзя. Да! Да! Ишь ты! Ну, спасибочки тебе. Ехать надобно. Так, дорога-то дальняя. Сядай. Наказ есть наказ. Повез я ее.
А до Волости верст 20 за аком, гражданин судья. Быть грозе. А ты езжай шибче. Кажет, я поеду шибче, ежели лошадь бить нельзя. Без кнута. Вот она, езда какая. Да ты лаской попробуй. На грубость-то далече не уедешь. А может, тебе ловчей? А ну, бери вожжи, пробуй. Ну-ка. Ну! Дело было грозе, парила шибко. Решил я искупнуться. Ну, остальные 12 верст. Я Настю до Волости мигом домчал. Быстро доехали. А жили мы с нашими бабами душа в душу. Ради их, гражданин судья, от зари до зари в трудах праведных потом обливались. Чтоб не скучали родимушки наши, мы, гражданин судья, для них развеселые игрища устраивали, хороводы водили, шутки шутили. Чего у вас тут? Нерви мои мотают, Стешенька! Кто? Во! Кто? Челюсть казачью подрывает, подобразим всяким. А ну, немедля слазь и прекратить мне эти шалости. А при чем тут шалость, если я жить с ним отказываюсь? Дежарева не очень. На кого не взгляну, шелк по лбу. Это тебе не арбуз, что привык поем шелкать. А это Дуняшка, герой! Хватит молчали! А теперь еще, бабоньки, у нас права есть. Ты мне брось здесь агитацию проводить. Где уже разговорчивые стали. Мы прозрели. Молчать боль не будем. Натерпели. Что? Тоже баламутом стало. А ну, можешь доходить. Ульяна, не боись. Не боись. А зараз ты меня силком домой не загонишь. И при всех не вдаришь. Ну, погоди. 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 Уже я отыграюсь. А ты ее не стращай. Иначе раскромсаем под орех. Значит, бунт на хуторе. Как на броненосце? Почем как? Вот где раскрылись. Анисим, Прокофий, Сашко, казаки, со мной! На сходку! Казаки, что с бабами делать будем? А? Так, черт ее знает. Тут надо бы устроить родителей в субботу. Ну, скажешь тоже. Тут, брат, гармонь. Поженей казаку добрый конь, чтоб степь под копытами пела, каленый клинок да гармонь, а бабы последнее дело. Каленый клинок да гармонь, а бабы последнее дело. Я тебе дам равноправенство!
распоряжай! Такая-сякая! Сам не барин. Что? Одним словом, поворковали мы с Дарьюшкой, как голубки. Она у меня баба-то тихая, ласковая. Ошалела! Так ведь клин клином вышибают. Эй! Ух ты! Кто стоит перед тобой? Кровопивец и разбойник. Могу покалечить? А ты что, ошалела? Да, так какое решение примем? Решение? Много чести для них. Устроить родителю в субботу. Ну, опять за свое. Тут, брат, ведь... Гармонь. Ну как, с почетом Наську-то доставил? А? С почетом. О, это хорошо. А мы вот тут, Пантелеич, совет держим. А что? У нас на хуторе со стороны баб бунт свершился. Кто-то моя всю посуду перебила. А я что говорил? Устроить им надо родителей в субботу. А далее решайте сами. Теперь эти казаки, все ясно. Силу применять против баб. Гармонь. На свете нет бабы такой, чтоб нас опечалить сумела. Важнее душевный покой, а бабы последнее дело. Важнее душевный покой, а бабы последнее дело. Так и порешили. Силу применять не станем, но за честь свою будем биться. С восхода и до захода. Кобеля содержите. Точно гидра какая. Только норовить проклятый. Никуда не кусануть, а все повыше ног прицеляется. На то у него и кличка-то. Колчак. А чего это вы с позаранку-то тамошитесь? Старуха исчезнула. Да ну, куда же она? Весь хутор насквозь пробил. Нигде нет. А твоя-то где? Моя-то в сенцах спит. Моя исчезнула. Стеша! Стеша! Дарья-то манатки смотала и сгинула в неизвестном направлении. Что? Вы что? Чумели все, что ли? Волка! Рысь ты! Ты еще! Стой! Матерь Божья! Стешенька! Стешенька,
то няшка ушла. Да знаю. Так вот, гражданин судья, бабы-то и укоренились в бывших панских конюшнях по ту сторону Дона. Но не дрогнули казаки. Но ежели казак пожелает, гражданин судья, он на все руки мастер. Мы могли обождать, ведь у нас-то не горить. И чтоб ты сгорел. Казак все моет. Ему что ни дай, все у него в руках горит. Ну, чего морду воротишь? А не признаешь за родню? Тоже. Взбеленилась. Паскудница. Ну, пошла. Да не трясись. Стой, чертяка лопоухая. Стой, я тебе сказал. Стой, чародеюшка. А то нервы у меня разыграются, так я тебя и жизни решить могу. Ну, не боись? Давай, давай. Господи, милостивец, помоги грешнику. Ну, ладно. Вот. Вот так. Ой. Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет. Благодарю, но не в гентом дело. Вы слухайте дальше. Чуете? Это что, чумил? Гусятину жарят. Окаянные! Кобеля Стешкина. Бабы разными запахами манили, а он не шел, так они насильно его заарканили. Надо бы запущать до баб делегата. Точно. Стеша, пойди ты за командира по этому делу. Не, я не соответствую. Так почему? Грыжа. Вот он. Он. Мне буренка на мозоль наступила, я ошиб хромой. Пущай лучше Федор Пантелеич. Точно. Иди, ты в обозе третьего разряда. За советскую власть кровь проливал? Проливал. И при том, ты обличьем на Колчака похож. Чего? Да, ну, на кобеля мого. Он тебе не тронет.
Тарюшка. Федот Пантелеич пожаловал. Да что ты? Ишь ты, пожаловал. Мамка, да не Виша. Пойди, узнай, по что явился. Ага. Ой, Федот Пантелеич. Проходи, гостем будешь. А я вот только Колчака мясом подкормлю. Кажись, все тихо. Чего не проходишь, Пантелеич? Да нет. Я ведь только... Чего-чего? Насчет амнистии. Ну, чего он там? Что? Амнистия говорит. Что это? Не знаю. Чего? Амнистия, шабаш. Ой-ой, бабоньки, срамотища-то какая, а? Зараз. Ой. Здорово, кумаёк. Здорово, кума. Ты чего это сказывала? Амнистия на вас. Так, вот что, ребята, давайте отсюда. Давай. Скорее. Ну, так и есть. Выражается их. Опять заставили. Язык бы ему вырвать. Папоньки, давайте обойдемся с ним домашними средствами. Как-то? Воркует. Скоро, что ли? Ну что ж, значит, по-прежнему? Ну, раз так, пошли. Не могу сесть. А вы все садитесь, да садитесь. Вот я и спрашиваю. Ежели подать на баб в суд, то моете вы им приклепать подходимую статью за собачье прозвище Колчак и обидные крапивные оскорбления?